По большому счету, череповчане уже открыли купальный сезон, хотя до официальной даты еще 4 дня. Погода активно подгоняет коммунальщиков. Те, в свою очередь, успели убрать топляки из воды, покрасить кабинки для переодевания. А на Ломоносовском пляже вокруг прорыли каналы, чтобы не затапливало. С понедельника сформирована специальная бригада из 5 человек, которая будет именно заниматься с утра, с 7 утра пляжами. То есть они будут работать в квартирном режиме. С утра объезжают все пляжи, на каждый пляж убираем. А потом просто поддерживаем все недельщики. Из не сделанного информационные знаки, стенды. На них коммунальщики обязаны крупно написать номера телефонов спасательных служб. Хотя на каждом пляже ежедневно будут работать свои спасатели. С 10 утра до 8 вечера. Это официальное время работы всех пляжей. Должны быть бесплатные туалеты. Это тоже обязательные условия. По туалетам будем смотреть. Почти на каждом пляже есть штатный туалет. Ну, за исключением там маленьких пляжей. Вот. Есть штатные туалеты. Их тоже приведем в полный порядок. Мы вычистим, покрасим, все будет чисто. А вот будет ли чисто на пляжной территории? Ни одной урны, ни на одном пляже нет. Если не считать больших 8-кубовых контейнеров у входа. Урны на пляже – больной вопрос, говорят коммунальщики, бесполезно ставить. Утром еще на месте, а к вечеру урны оказываются где-нибудь в ближайших кустах. Некоторые отдыхающие умудряются использовать их в качестве мангала. И все-таки специалисты департамента ЖКХ возлагают надежды на совесть череповчан. Урны решено завести на каждый пляж. Но не железные, а бетонные, чтобы наверняка. Бетонные урны на побережье перекинут из города, а на улице Череповца установят новые, отметили коммунальщики. Их работу сегодня оценили череповчане. Уборка чисто пока, ничего не сказать. Пока не накидали, людей мало. Есть вопрос. У нас же, сами знаете, какой народ. А народ к воде потянулся активно. Меж тем на пляжах еще не успели обновить песок. На подсыпку понадобится 1500 кубометров, в том числе и на новый пляж. С этого года прибрежная территория лыжной базы будет бесплатной для отдыхающих. Так что работа у коммунальщиков прибавится. Пляжи готовы где-то примерно на 70-80%. К 1 июня пляжи будут готовы полностью. Подрядчикам, а также субподрядчикам, которые отвечают за те или иные пляжи, даны соответствующие поручения. А вот привести в соответствие с требованиями качество воды коммунальщикам, к сожалению, не под силу. Однако и здесь природа порадовала. Пробы воды и песка в норме, сообщили специалисты. К слову, мониторить ситуацию обещают в течение всего пляжного сезона.